Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы находимся дома в игрушке Forest. И сегодня, как и обещал, мы пойдем в кругосветное путешествие. Посмотрим вообще, что к чему. В комментариях мне написали, что аборигены прибегают, потому что у них тут свои колышки, эти ломай колышки, они прибегать не будут. Соответственно, этим мы сегодня и займемся. Типа она респавнится и тут же ломается, это неплохо. Так, попутно написали, что болты не восстанавливаются. И так, пошло отсюда. В смысле алкоголь не влазит? Подожди. Да не выпей, блин. Так-то, блин, они прикольные. Он так их долго заряжает, если что. А, все, много, да? Все, хорошо. Соответственно, нам нужно еще нанести визит к этим аборигенам. Мне... Белка, белка, белка! Сволочь, сука, убежала. Ладно. Короче, посмотри, что за нахрен. Там сказали, это вроде как их база или где-то она недалеко. И, соответственно, там их очень-очень много. Поэтому, как бы, типа, аккуратней. Я услышал посыл такой. Либо бери какой-нибудь, я не знаю, пистолет-автомат, если он тут вообще существует, не знаю. И вали всех подряд. Но я таких не видел. Так, вроде как я тут больше не вижу никаких вот этих вот черепков. Был последний, да? Я так и не понял, как они забрались ко мне. Они реально, раз, в принципе, по деревьям лазят, то, видимо, вот эта вот вся фигня для них как бы фигня. Еще писали про молоток. Так, закрыто, отлично. А как мне, если что, забегать? Хе, блин. Хреновая система. Но про молоток я не совсем понял. Дело в том, что с молотком тут большие проблемы, его тут нету. Его, может, или найти надо, или еще что-то. Не знаю. Сказали сделать вот эти вот сани для дров, чтобы таскать. Но пока они не нужны, я знаю об этом. Пока они нам не нужны. Ну вот. Полки для оружия. Западня. Но я вот не вижу тут молотки эти все. Мы как бы там... Хотя подожди-ка. Не, не сюда. Вот это открой. А есть предположение, а если вот так вот камень? А, вон ремонтный инструмент, я понял. А, две палки это мы можем сделать. Так, камень один, две тряпки. Это что такое? А что тут 10 штук? Это чего? Кость? Нет. А что это такое? Нет? Подожди, а 10 штук, это что такое? Вопрос. Вопрос любопытный. Скорость оружия, урон оружия. Это бревно? Непонятно, ладно. Давай, короче, поплыли, посмотрим, что к чему. Не пока, не совсем... А в смысле, подожди, не достроил, что ли? Как не достроил нахер? Что достроил? Не, подожди! В смысле, подожди? Да не! Что достроил? Ну-ка, подожди, давай посмотрим. День 9. Не то сохранение, не то сохранение загрузил. Ладно, пардоньте, бывает. Блин, сейчас надо опять искать эту хрену, надо сломать. А я-то радостный, я вехать-то не могу, что за ерунда. Плохо, что поспать не удается вот на плоту. Так-то отвратительно, на самом деле. Вот мы где сейчас? Ага. Как раз утро начинается. Да вот, походу, огребли тогда. Да? Так, подожди. Смотри, там что-то было про бревно. Хорошо. А как... Не, подожди. Да как бревно-то? Не может оно бревном быть. Палок нет, тоже ни хрена нету. Ладно. Мне тут черти все поломали. Я не совсем вкурил. Открой. Камень. Древесина. Подожди. А что, 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 что? Нарисовано бревно с водичкой. Что бы это значило?
Непонятно. Вообще непонятно. Ладно, давай сломаем. Так, алкоголь. Соответственно. Делаем. 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 С алкоголя до хера, поэтому давай делать все. Не лезет. Вот смотри. Ремонтный инструмент. Две палки. Так. Так, так, так. Что это за бревно такое? Это не какая-то улучшенная палка? Это не листочки, нет? Нет, не листочки. Что улучшенные? Да нет. А что ты делаешь? И что это? Зачем это? А, улучшен камень. Ха-ха, нормально. Я мотали тряпкой. Хорошо, ладно. Давай, поешь. Давай, выпей. Возьми газировочку. Ладно, погнали. Что-то я пока не совсем понял, что это значит. Мокрая древесина. Мокрая древесина. Сказали еще, да, я про болты говорил, да, что они не останавливаются, что-то это. Не понял, непонятно. Подожди, а нахрена мне вот этот дом, вот, прошу прощения? А, может, я сюда мебель, если разве что какую-то поставлю? Там кровать, что-нибудь такое, наверное, можно сюда? А, так, наверное, сюда же можно, да? Нет? Нет, нельзя. Подожди. А что сюда можно поставить тогда? Вот, охотничье укрытие. Наверное, тут можно будет спать. Оно не ставится. Нет. А, ну, хижина явно не сюда. А он больше тут ничего не делает. Мебель ради что? Вот мебель. Скамейка, стол. А, вот небольшая кровать. Тут, наверное, и спать-то можно будет. Вот, разместить можно. Ну, давай мы пока сюда вот так поставим. У меня шкур нету. Так, палочки, ладно, есть. А, шкуры, кролики, кролики. Так, веревка, кролики, секунду. А, как мне сделать веревку? А, веревка, 7 штук. Давай сделаем одну. Пригодится в любом случае. А, удалить все. Так, хорошо. Шкурки, а, шкура ящерицы, да? Мне нужно именно шкурки кролика. Давай шкурки кролика пробуем достать. Так. Ага. Ага. Ладно. Это будет, походу, проблемно. Тут одного-то хрен поймаешь, тут их 4 надо. Палочка. Палочки тоже нужны. Так, секунду. Лук у меня на какую? Наверное, на 4, да? Да. Не, подожди. А в смысле? А подожди! А как так получается? Так, так, а, вот. На 4, вот. Я просто смотрю, он там облокоченный был. Да, вырубитый. Вот. Так, давай попробуем на кролике тогда походить. Что делать-то? Кроликов-то нет ни хрена. Последний был, последний убежал. Ладно. Надо, знаешь что, надо капкан на кролика поставить. Чего? Чего-то где-то шумят. О, смотри, ушастый. Ушел ушастый. Как он меня спалил? Бляха, смотри, как щемит. Нифига, поймаем. Я ее спалил и... Поймал. Отлично. Так, у нас есть кролик. У нас есть шкурка. Давай. Так, один шкурка есть. Нужно еще несколько шкурок. Сразу просто кроватку намутить. Потому что если поплывем, там, скорее всего, и поспать, и все надо будет. Я так понимаю, это можно будет и ночь переждать, и сохраниться, и все. Соответственно, почему бы нам с этим не заморочиться изначально?
Это белка была. Да, это белка. Подожди, а может от белки тоже подойдет? Да не, вряд ли. Так. Кролик. Кролик, кролик, кролик. Собака, стой. Сейчас мы его поймаем все равно. Тут несколько, по-моему. Отлично. Так, второй кролик. Смотри-ка, да нет, в целом так-то нормально. А мясо-то ты собираешь? Нет с него. А нифига он не собрал мясо, ты прикинь. Ладно. Стоу-то не собрал мясо, а он где-то тут был. Я не найду сейчас. Наверное. Кролик. Да не, с луком нормально, может за кроликами поохотиться. Работаем на движение. Их как не видно. Как только он двигается, я его сразу спалю. Это у меня еще с контри рефлекс. Сначала стреляешь, потом думаешь. А то материшься, потому что застрелил своего. Я Friendly Fire был включен. Правда, давненько этого уже не было. Потому что я уже в контру, наверное, лет так. Когда там Global Offensive вышел? Вот я с тех пор и не играл в контру. Последний была Source. Go у меня что-то не прикололо. Не знаю почему. Хотя вроде как ей лучше, и все не мое. Только что бегал. Так, ладно. Давай пока ломаем, палочки собираем. А, это курица летает. Ладно. В принципе, я так понимаю, мы, наверное, там и костерок можем замутить-то. Главное, чтобы он нам плод не спалил. Мне кажется, тут как-то с этим продумано немножко. Должно быть. Так, хорошо. Еще один кролик нужен, тогда будет проще. Будет один кролик, мы можем идти спокойненько кровать сделать. Там, потому что останется только палочки. А палочек у нас, в принципе, вон, на каждом углу. Лес рядом, хорошо хоть. Тут, блин, шумы такие. Я все думаю, как бы тут абориген не нарисовался где-нибудь. Хотя они там укают, выкают и так далее, поэтому как-то палятся сильно, в общем. Не всегда, но сильно. Кролик. Это, знаешь, по закону подлости сейчас один остался. Мы сейчас одного и будем ловить дольше, чем всех тех трех. Перышко. Вижу, вижу. Я перышко свалил, смотри. Глаз алмаз. Опа. А птицу не увидел. Ха-ха, перед носом нормально. Кролик. Спокойно. Их тут несколько. Поймал. Вот другое дело. Смотри, шкурки есть, мяско есть, кролик есть. Вот, а он как раз нам тут показывает, что нужно. Да выкинь ты. Подхватил. Так, что не хватает? Палки, камни. Зачем мне палки, зачем мне камни? Так, нам нужно еще. Опа. Смотри-ка. Нареспавнились как грамотно. Еще одна влезет. Не влезет. Ну и ладно. Так. Все, значит, делаем. В принципе, нормально. Сейчас поджарим немножко. Пока оно жарится, мы сгоняем, успеем. А, подожди, а что успеем? Так давай, у нас же там есть этот. Костерок-то же остался. Мы же там как раз лес рубили. Вот, соответственно. Спокойненько там сейчас пожарим рыбу. Пока она жарится, мы тут достроим. Чтобы далеко сильно не убегать. Просто я, блин, мне аборигены не особо эти нравятся. И немножко меня напрягает, что тут такое затишье. С чего бы? Возьми. А чё ты тогда его не взял? Странно. Подожди, а я могу, допустим, вот так вот выбрать? А для чего она мне нужна? Я вот не всем просто этого понимаю. Я воды налить не могу, ничего налить не могу, сделать ничего не могу. Ладно, давай, строим. Заодно сейчас за палочками сходим. Так, где-то у нас, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, где-то здесь у нас был вот он. Точно. Так, поменяй. Оп-оп-оп. А, у нас еще мяско. Кроличи есть. Отлично. Так, руби. Палочки, палочки, палочки. Так, палочки. Еще палочка. И еще палочка.
Так, и нам нужно костерок замутить. На костер, по-моему, нужны камни были еще. Сейчас глянем. Ай, сука, бежит, а? Ай, падла жопа и сверкает своей. Что-то мне не нравится, что у них тут место тут такое. Надо, знаешь, что? Надо там ловушку сообразить. Они там часто пробегают. Бежит, бежит. Херак кол в жопу. Так, где профилактики? Отлично. Вот. Так, давай сразу сейвимся тогда, раз можно. Давай сейвимся. А да, мысль это гениальная мысль. Кратку сообразить. О, второй бежит. Надо, кажется, там несколько ловушек построить. Построить, реально говорю. Так, хорошо, с этим разобрались. Чего? Нет, нормально все. Так, секунду. А, я хотел костер построить. Можно тут вообще костер или нет? Основы. Костер. Вот, вот кострище, наверное, нам нужен. Да, можно. Камушки есть, но это есть. Так, 4 камня, 1 палка. Но это попроще. Ты что, куда бы то ни шло? Так. Че там? Паук! А я могу? А я могу. А зачем? Я думал, с него что-то отдельное выпадет. Хрен там. Не выпало. Так. Где наш костер? Где наш костер? Вот, блин, большая проблема костра в том... А, вот. Ешь. Так она обуглилась. А когда она успела-то? Когда, бляха, успела обуглиться, непонятно. Ну ладно, чуть есть немножко, ладно. Все. Сообразили. Так, немножечко палок. И смотри, теперь у нас в итоге будет свой костер на своем крутом корабле. Тихо. Не пыхти так. Я волноваться начинаю, что это эти пыхтят сзади. Так, а что с ловушками? Давайте сейчас достроим, посмотрим, что он по ловушкам. Может, реально ловушку поставить. У меня такое ощущение, что у них забег с утра. Всегда в одном и том же месте. Отлично. Так, в принципе, у нас все есть. Так, ловушки. Убежище. Вот это, да, по-моему? А, от хранилища. Подожди, ловушки-то были. Вот. Растяжки с коктейлем Молотова. Так, нормально. В целом подойдет, они там бегут. Давай ее, короче, поставим вот там. Часто бегут, черти. Так, где они бегут? Они отсюда спускаются. Бегут мимо акул. И вон туда. А потом прием посмотрим. Я просто этих коктейлей Молотова хреново туча, поэтому как бы... Че мне их жалеть-то? И коктейли Молотова, и чучмеков этих. Все есть. Раз, ловушка. Давай еще одну поставим. Подожди, а взрывчатка? Стой, а со взрывчаткой что нужно? Так я ж смотри, я ж могу еще круче сделать. Секунда, это что? Коктейль Молотова с этой объединить? Ну-ка, подожди, не понял. Так. Нет? С чем? А, это взрывчатка как называется. Ну ладно. Ладно, 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 не надо тогда. Так, хорошо, давай посмотрим, что еще по ловушкам мы можем сделать. Так, вторая страничка. Со стволом дерева. Вот это я не буду пока заморачиваться. Западняска одна там. А тут что? Шипы, шипы на стену, катапульта. Надо, наверное, стены будут переделывать. Капан из веревки. Западняска одна там. 6 бревен. Веревка. О, нихера. А куда она ставится? Ладно, подожди, отбой. Давай другую. Вот это можем сделать в целом-то. Не, подожди. Так. А, вот эту, да, я, в смысле, вот так хотел покрутить. Вот, что там нужно? Так, один камень, палочки... И 4 брена, самое главное, да? Подожди. А, веревки, веревки сделаем. Так. Это маленький камушек, не то. Вот, камень. Проблема сейчас с палками, на самом деле. Так. Хорошо, это сделали. Так, 4 бревна. Ну, с бревнами ладно, тут более-менее. Уж дотащи по-быстрому. Так. Можно, конечно, санки, но зачем? Пока что. Я понимаю, что потом они нам пригодятся. Сейчас я пока не вижу в этом смысла никакого.
Давай, давай, рубай. Усталь. Ты смотри, ты устал, аборигены-то нет. Сейчас прискачут, блин. Так, хорошо. Замечательно. Надо, чтобы 4 бревна с него упало. Будет 4 бревна. Отлично. Прям все 4 будут. Так. Значит, 2 веревки мы сделаем. Палочек наберем. Палки не, вообще не проблема на самом деле. Пускай летят, пускай они охеревают на своей утренней пробежке. На самом углу они нарваться, я так понимаю. На меня это тоже прекраснейше, наверное, действует. В смысле, подожди. Ну. А, вот. Ой-ой-ой. Надо было, наверное, сначала эту ловушку сделать. Она большая, ее заметно. А эти-то ни хрена не видно, блин. Саму еще нарвусь, вообще будет классно. От души просто будет, а? На своей ловушке нот подарится. Это я могу, это легко, блин. Это я профессионально умею. По большому счету, надо посмотреть, может, он вообще переехать сюда куда-нибудь, отгородиться. Я не думаю, что они по скалам лазят там, прям так уж. Что-то показалось. Ладно. А, нет, это лес прорисовывается далеко просто, все, я понял. То бегу мне, показалось, что кто-то появляется, пробегает. Не-не-не, все нормально, все хорошо, все без паники. Так, палочки нужны. 28 палок, это мы можем. Так, 28 палок, и веревки мы сделаем это, без проблем. Так, а в принципе, вот, палка же. Ну, что тогда? Палка, а камень? Палка, палка. Палка, палка, палка. Нет, тут нормально, тут с палочками проблем-то особых нету. Гораздо веселее набираются палочки, чем, блин, А, не ли... палки не лезут, ты прикинь. Ладно. А, и устал. Мне не нравится то, что уже закат идет, а у меня ловушки недостроенные. Ладно, сейчас мы ловушку-то сделаем. Вода есть, еда есть, у нас все есть, по большому-то счету. Я думаю, проблем никаких не должно возникнуть. Но мы еще, конечно, попьем перед тем, как отправляться. Мы, наверное, даже ночь постараемся переждать, но переждем мы, наверное, это в палаточке. Где они там? Вот они. Ну, в смысле, не палатки, в смысле, в трюме. Так, ага, отлично, еще надо. 9 палок. Блин, так-то вроде и недалеко, так вроде он как-то и немного берет. Тут, знаешь, что самое поганое, что он выгрузить не может лишнее. Вот я бы сейчас временно туда сгрузил бы. И все. Чтобы, допустим, не 10 ограничений было, а, допустим, он сразу 30 палок мог бы брать. Но тут такого как бы вот нифига нету. То есть тут вот именно не по весу, а по ограничению, по количеству. Так, хорошо. Палочки есть. А тут собак нету случайно? Мне просто показалось, что кто-то лает. Это они так. Хрен узнает. Ладно. Лобысь, лобысь. Окей, окей. И еще, наверное, одну. Две. Влезет еще, нет, что-нибудь? Все, не влазит. Хорошо. Значит, приходим сейчас по-быстрому, делаем тогда веревки, это не проблема. Ложимся, наверное, спать. Я маленько отплыву чуть-чуть. Поспим и подождем утренней пробежки. Возможно, мы даже увидим, как они там что-нибудь с ними произойдет. Я на это надеюсь. Че, я зря старался, что ли? Так. Так. Теперь, смотри, заходим сюда. Отлично. Так, как-то, наверное, сбоку, чтобы не попасться. Вот. Так, пошли попьем. Отправляемся к нашему этому. Подплывем куда-нибудь сюда поближе и будем наблюдать. Мы будем играть роль наблюдателей за аборигенов. Соответственно, мы включаем режим Дроздова и начинаем говорить. Вот бегут местные аборигены. Они еще не знают, что для них придумал белый человек, которым командует вредный енот.
Видимо, что-то такое должно быть. Я так думаю. Пей. Траванется. Да, конечно. Попил. Траванется. Тихо. Рыбки надо. Не вижу. Взял. Взял. Блин, не вижу больше рыбы. А, ладно. Чайка тоже сойдет. Брось. Так, так. Все. Вот теперь мы что делаем? Вот теперь мы бежим на нашу баржу. Сейвимся. Подплываем, ждем рассвета. И наблюдаем за местной фауной и флорой. О, зашибись. Сука, мне бы засейвиться. Не ори. Отлично. Убери. Так. А, телезет уже, да? Сожжем. Да накал его! Святой костер инквизиции, бляха-муха. Да как его еще назвать? Ты главное не спали нахер хату. Все, он пускай горит. А ты в смысле утонул-то? А он тут не горит, короче. Вот тут нельзя их сделать, ничего с ними. Твою мать. Ладно. Давай немножко отплывем. Где у меня перед такой? А, перед у меня там. Вон он как плавает. Так ты внезапно, блин. Ну ладно. А он вон, походу, горит. У-у-у. Смотри, как стемнело махом просто мгновенно. Кровать! А, нет, кровать здесь. Так, давай застоимся. Игрушка уже не в раннем доступе, хочу напомнить. Уже давно как. Так. О, как залагало-то все. Интересно, они бегают, эти бабуины? А, я не знаю, там. При этом... А, я понял, кстати, лагает ночью, кстати. В темноте почему-то. От костра лаги идут. Я понял. Сейчас немножко подождем. Да, давай, короче, немножко подождем. А, хотя бы до рассвета. Опа, луна летит, смотри-ка. Ну-ка, вообще, где я хоть нахожусь? Далеко отплыл, нет? Там не было возможности посмотреть. Да вроде как бы далеко, да. Нормально, нормально. Тут сюда бы он еще немножко бы сделал бы. Хоть видно было. Я так понимаю, короче, тут на воде самое безопасное место. Они сюда вроде как не шарятся. Давай подождем. Сколько пропустит, не знаю. Давай посмотрим. А, слушай, нормально пропустил. Так. Так, день 10 уже. Так. И вот смотри, сейчас... Эти чучмеки, по идее, должны как бы, если я все правильно понимаю, должны утренний забег устроить. Так, а нам бы на этот утренний забег посмотреть бы. Из первых рядов. То есть это где-то вот так должно быть. Так. Вот я должен отсюда все увидеть. Так, где мои ловушки-то? Ну, ловушки вот тут должны быть. Я их даже отсюда не вижу так-то. Сюда какой-нибудь компас бы, еще что-нибудь такое. Кстати говоря, вот реально на этой штуке не очень удобно плавать. А что много загораживает вида. Так, а я могу что-нибудь... не так, подожди. Могу что-нибудь придумать еще. Мне не совсем нравится просто на ней плыть. Не очень она удобная на самом деле. Но это не то, не то. Ну-ка, вот тут что... Причал, вот большой плот, плавучий дон, большой плот надо было, наверное. Ну, блин, его строить, ё-моё, я не хочу. Так, что это? А на ведь про ваших пассажиров самолетов. Так я нашел его, чё. Следуйте за нашу пещеру, тоже нашел. Зажжение алоэ, чтобы... Ага, найдите алоэ, где я его найду? Ежевика. Олень. Подожди, вот это что такое?
Так это вот есть можно или что, или нельзя, ты мне скажи. О, посмотри, животные. Крокодил тут есть. Так, ну летучая мышь видели, да. Кабана не видели еще, крокодила не видели. О, смотри, бегут, бегут, бегут. На, лошара! На, есть, есть контакт! Енот, красавчик, смотри, что затворил. А, скотина, там еще вторая, давай. А тебе сейчас еще полбу даст. Ой, как би... Ой, на вторую нарвался. О-о-о, чмо. Енотик доволен собой. Да ладно, что ты начинаешь? Беги дальше. Давай дальше, дальше. Да что ты назад? Мы все нормально же общались. Назад убежал. Давай, давай. Ай, он испугался. Он обиделся. Он обиделся. Подожди, так она хрена? Стой тогда. Кровать есть, все есть. А на кой черт? Может нам еще только кроликов натаскать? Погоди-ка. Давай мы немножко сюда подплывем. При этом так, чтобы, вот знаешь, вот, вот где-то вот так вот. Что, если что, я тогда плыву. А, вот, смотри. Что, в воду, если что. Чмыри! Чё вы щеманули? Стой! Ай, вон, смотри, их сколько. 3 штуки аж прискакало. 4 штуки. Бабуина! Ну да, это... Борзанул, да. Так, хорошо, знаешь, что надо? Выпить и сожрать что-нибудь. То мало ли чего, а я не готов. Блин, мне это не нравится, то, что они вокруг моего дома все равно шарятся. Их много слишком. Когда один-двое хрен на них, ну их он, смотри, уже. Они стадами бегают. А я не знаю, может они испугались, они огребли же так-то нехерово. В любом случае один из них-то точно. Пойдем. Не ори, на. Не ори, собака. Попало. Че, это хэт был, да? Это был хэт, походу. Пойдем. Пойдем, скотина, ты моя. Женой будешь? Я тут 10-й день уже. Один. Блин, реально. Смешно, блин. Короче. И это все к чему? Его надо как-то подпалить. А, он еще стрела. Как бы его подпалить так, чтобы костерок-то не делать? Ах ты, а что, подожди, а что его не делать-то? Что могу простенький костерок-то замутить? Это-то у меня есть. Ай, блин, у меня палки нету одной. Это вот западло. Это вот реально, что такое западло и как с этим бороться? Погоди. А, нет. Все нормально. Я думал, ты этот не заметил тотем их. Нет, нормально все. Не, ну так-то он вообще, тот-то вообще неудачник. Это тоже балбес. Но тот-то вообще неудачник. На одну нарвался, на вторую. На третью собака додумался. Не надо идти, что-то там не то. Ну даже тоже прикольно. Так, давай. Поджигай. Нам косточки нужны, нам броня нужна. У меня брони-то вообще не осталось. Они же меня всю позабирали, черти. Интересно, для чего акула? Это ж не мясо же, ничего. Стоит, тухнет. Лежит, тухнет. А, слушай, наверное, ты знаешь что? Нифига ты подпрыгнул, красавчик. А я могу, допустим, это вот тоже взять вот туда вот? Она вот что-нибудь зажарится, нет? Нет, это типа трофея, да? Я даже не знаю, для чего она. Реально не знаю. Так-то все ничего, но мне не нравится, что они вокруг моего дома вечно шарятся. Надо, наверное, жить, пока будет тут. Че ты дергаешься, сейчас хвост рублю. Да, наверное, жить в первое время тут. Отлично, косточки пошли. Да подожди ты. А потом уже перебираться, соответственно, делать полностью ограждение. Ой, я не знаю даже с чего. Наверное, с колючек вот этих вот.
И потом уже перебираться обратно. Есть у меня такие подозрения некие. Нам так-то... А, подожди, я что похомячу? У меня же костер есть, давай похомячу. Что-то задумался. Я тебе говорю, они с утра тут, короче, шарятся. Так, подожди. Ц. Давай рыбку. Да не, короче, мне этот домик больше нравится. Реально больше. Можно даже прямо вот на этом брать, приплывать к нему. Может... Не, ну причал так-то палево. Черти возьмут, еще ничего не делают. Так, ладно, давай жарься. Так, что у меня по броне? Как раз 6 костей. А у меня их сколько было-то? Раз, два, три. Нифига, у меня сколько костей-то? У меня 4 еще кости осталось. Так, в смысле надеть? Отлично. Одел. Так, чё? Готово? Нет, не готово еще. Секунду, а как мне сделать? Подожди-ка. А, вот эти вот украшения, только из акулы я могу? Голова трофей. Нужны предметы. Вот, например. Так. А, трофей. Ну, это не трофей, да? И брось. Трофей, я понял. Это там черепашка, птичка. Ну, это все фигня. Все, она как бы вообще бесполезная абсолютно. О! Догорел, что ли? А это что, подожди? Это, наверное, тот обгоревший. А я его даже не заметил, что нормальненько. Таких вообще 5 было. Как это, меня это вообще радует. Так, во-первых, съешь. Пока она не зажарилась. Так, этот обгорает. Съешь вторую. Отлично. Броник надо вообще какой-нибудь моднявый. Вот сейчас он догорит, мы сделаем себе броник чуть-чуть получше. То есть у нас внизу будет усиливаться, это я так понял. Так, ладно. Так, подожди. А, вон, смотри, собака бегает, еще одна. А он к ловушке бежит. Нет, он меня спалил, зараза. А чё это голубые? Это реально голубые какие-то. Буквально голубые. Я про это. Ты смотри, как боксер, а. Не Арина. Реально, как боксер. Лево-право, лево-право. Поднимай тушку эту. Пойдем. Короче, можно было бы их еще хомячить. Я думаю, мы тут вообще бы просто красотища зажили бы. С другой стороны, смотри, они вот тут бегают так хорошо. Мы делаем броню. Они бегают, а мы броню делаем. При этом из них, надо сказать. Так, одеть. Две брони. Сколько у меня косточек? 4. Ну, из них по 6 косей, получается, падает. Вон еще один, смотри, бабуин. Эй! А вы что это лежите-то тут? Дохните. Мне кажется, место плохое. Да по-любому место плохое. А ты руки из жопы, руки из жопы. Нормально все. Просто место проклятое. Это нормально. А вон, смотри, бегает скотина. А сколько у меня стрел? Ну, как минимум на несколько меньше, чем было. Давай, давай, туда, туда. Давай, я тебя сейчас шугану. Твою мать. Я охеренная хоть. Да он вообще паркурит, смотри, что творит. А, понятно. Видимо. Сейчас, подожди, паркурщик, блин. Нормально. Еще броня подъехала. Поднимаем. Пойдем. Они, слушай, походу они шарят. Я не знаю, может у них тут что-то... задумка какая-то есть, что они как бы... Типа начинают вспоминать и понимать, что... Тут какие-то ловушки есть, чуть-чуть такое, я не знаю, там по запаху кто-то... Обосрался кто-то. Они понимают, что не Фроста, он обосрался. Так. Так. Надевай. Так, понимаю, тут без разницы, какая броня. Она всегда будет как бы это, усиливаться. То есть он всегда типа на руку будет одевать. Ладно, хорошо. Да, слушай, не, нормально, смотри, мы тут делов-то понаделывали. Сам поган, у меня со стрелами теперь проблема началась. У меня перышков-то нету столько.
5 стрел. Блин. Ну я реально, я просто... Просто сейчас повыпускал, и хрен пойми куда. Они куда-то вот сюда поулетали. Вот, подожди, стрела. Нет, камень. Куда-то сюда поулетали, если вот она, по-моему, да? Так, стрела, да. Так-то, блин, по-нормальному. По-нормальному на плоту тоже надо бы сделать эту. Давай, короче, до дома вернемся, посмотрим, что у нас там дома. У нас сейчас немножко стрел есть. Посмотрим, что к чему. Давай вообще наверх поднимемся, куда я там стрелы выпускал-то, блин. Молоко все улетели. Может, тут еще где-нибудь тушку найдем? Я только не понял, что они дохнут-то. Не, я так, наверное, хрен найду стрелы-то. Че смеяться? Они что-то сюда бегают? А, ну так вот они, наверное, за этим-то и бегают, бляха-муха. Пришли, попроведывали, все, ушли. Вот, сейчас некуда проведывать их будет. Что такое? Семена какие-то. Ну вот. А я-то даже не в курсах был. А вот тряпочку возьми. Так, ломаем быстро. Че успеваешь, подбирай. Ага, подберет он. Так, что еще тут есть? А я могу дерево срубить? Не, не могу. Хе-хе, было прикольно. Они, по-моему, этому дереву, что ли, то ли молятся, то ли я не знаю, что они сюда ходят вообще. Они все вокруг него, вокруг да около бегают. Опа, чемодан. Вот хорошо. Что-то одежду какую-то нашел. А что, друг, одежду решил эту одеть? Тут все на тряпке пускал, а тут решил одеть. Ладно, я тогда пошел за перышками. Давай за перышками сгоняем. Там хотя бы стрел наделаем. У нас только там гнездо. Надо тут тоже замутить будет. Так-то, мне кажется, можно. Туманы. Эх, надо еще быстрее вернуться, потому что кости, чтобы не перегорели. Я хоть броник еще себе чуть-чуть усилю. Не, ну они тут сейчас так довольно удачно забежали к нам. По большому счету, можно даже... По большому счету, можно даже как сделать? Вот ловушку прямо тут где-нибудь на входе поставить. А самим сбоку оббегать. Мне кажется, это сработает. Да, мне кажется, это стопудово сработает. Чё бы и не сработает-то? Так, что там? О, 9 перьев, хорошо. Надо у себя... Да, надо, короче, на этом тоже сейчас замутить. Погнали. Так. Ай, смотри, чё бежит. Куда исчез? Развернулся, что ли? Вот тут только что бежал. Пассажир, блин. Да, кости сгорают. Блин, упустил я. Ну ладно. А куда тот убежал? Тут ж ничего не осталось. Чего вы сюда бегаете? Все сломал вам. Ладно. Пойдем, короче, замутим сначала что-нибудь с кукушкой. Тут перышки нам несли. В принципе, оно и так неплохо, вон, смотрю. Только я не понимаю, почему он ее щипать не может. О, давай вот тут возьмем. Хе-хе-хе-хе. На. Во, вполне себе. Смотрите, по-моему, вполне красиво, да? Так, отлично. Вопрос, я не с тем еще уверен, как нам забираться вот сюда. Как бы, эти-то плавать не умеют. А странные аборигены, не умеющие плавать, живущие на море. Видимо, посюда. Да, просто запрыгнул, все, хорошо. Так. Так вот, я к чему? Где-то она, по-моему, вот тут была. Ловушки. Где-то я находил ее. Я, правда, один раз нашел только. Вот она. Птичник, одно, нифига себе, одно бревно. А что, а, нельзя до сюда? Не, подожди, как нельзя? Можно же. Не, нельзя, походу. Тут что-то пытался куда-то прицепить, не получилось. Ну и ладно. Что у нас там? Я все хочу посмотреть, как ловушка сработает. Вот реально, мне просто интересно. Там-то нормально сработало, коктейль Молотова. Кстати, можно еще повесить. Кого не добьет, тут подожгет. Давай, кстати, да, так и сделаем. Ну-ка. Ловушечка, ловушка. Потому что, блин, они так-то вообще, честно говоря, бесполезны получаются. Так. И давай сюда еще одну. Вот. Пускай две будет. Все.
Нифига там ураганчик идет. Это просто кто тут пробежит мимо, либо выживет. А на ту по-любому нарвется. Так. Ладно, поплыли. Блин, давай пока не сильно темно. Такой небольшой кругаль дадим. Совершенно маленький. Посмотрим, что к чему. Так, мы в той стороне были, там были, вот там мы не были. Просто проплывем, посмотрим. Я на домике не хочу пока плавать. На нем довольно долго. Просто, блин. Хотя нет, знаешь что, давай, наверное, на следующую серию отложим. А то, блин, мы сейчас поплывем. Это долго сейчас темнеет еще. В итоге будет полная шляпа. Будем в темноте, блин, в потемках брать просто и тут фигню страдать. Не, ну слушай, мне нравится, мы сегодня аборигены вообще нормально так покошмарили. Они нас кошмарили, а мы их, сволочу, блин, по одному выцепили. Ладно, давай мы на этом закончим сегодня. Все ссылки будут в описании под видео. Серия понравилась, большой палец вверх. Оставляй комментарий и подписывайся на канал, если еще не подписан. Всем удачи, всем пока.